вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня по просьбе моей подписчицы, вот ее комментарий, она меня попросила сделать эффекты как видеостаре, только на Android. То есть мы будем разбирать, как добавлять на видео звездочки и сердечки. Лучше посмотрите мой пример. И на меня в ТикТоке. А теперь погнали! И кстати, смотрим видео одного лайкера. Вот ее аккаунт, и давайте смотреть. Вау! У тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе, от меня огромный лайк! Для этого нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео, и программа Viva Video, где мы это все и смонтируем. Итак, для начала зайдем в Лайк и выберем прикольную музыку. Ну, я выберу вот эту. Присоединиться. И теперь на видео делаем разные движения. Ну, просто танцуем под музыку. Давайте включаем. И снимаем. 3, 2, 1. И теперь сохраняем как частное. Продолжить. И начинаем. Пост. А теперь можно приступать к обработке нашего видео. Заходим в Viva Video, нажимаем «Редактировать» и выбираем наше видео, которое мы сняли в Лайк. Теперь нажимаем «Далее» и нажимаем «Эффекты». Нажимаем «Эффект» и выбираем «Сердечко» и ищем, которое вам нравится. Здесь, конечно, есть очень много прикольных и крутых эффектов, но я выберу этот. Теперь нажимаем на галочку, и здесь у нас есть такая штука, как в Лайке. Мы снизу нажимаем на наш эффект, и он у нас выделяется, и мы можем его увеличить или уменьшить. Ну, как-то так. Давайте посмотрим, что же у нас выходит. Чур, я хочу сделать сердечки только на слоумо, поэтому я уменьшаю. И ставлю там, где у меня слоумо. Если вы наложили эффект, нажимаем на галочку. Ну, я хочу наложить еще эффект, поэтому я нажимаю эффект и выбираю прикольные эффекты. Здесь есть такая прикольная бабочка. Я нажимаю на галочку, мне она нравится, я ее добавляю.
Я хочу поставить бабочку только в начале. Но мне кажется, так будет красивее. И я хочу под каждый бит добавить эффекты. Ну что, добавляем? Делаем все то же самое, но можно выбрать прикольные эффекты. Не только сердечки, а и снежинки. Я хочу добавить то, что мне нравится. Вот, например, вот эти сердечки. И тоже их подставляю. Итак, эффекты я наложила, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Если вам тоже все нравится, то сохраняем. Нажимаем «Отправить» и «Экспортировать в галерею». Нормальное качество выбираем и подождем, пока оно экспортируется. Все, наше видео успешно экспортировалось. Лучше сказать, сохранилось. Вау! У тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня лайкосик! Shake that ass, go, go.
GOAT, 50 in the house, bounce. Y'all already know what I'm about. The flow set. Папа полюбила, парня я наманила, бродягу полюбила, она его половина. Сын папа полюбила, парня я наманила, бродягу полюбила, она его половина. А на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видеть Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока!